В зоне происшествия организовали патрулирование. Соответствующее поручение дала губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания рабочей группы при комиссии по повреждению ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности автономного округа. В патрулировании задействованы представители органов местного самоуправления, государственной инспекции, по маломерным судам, территориальных органов регионального управления МВД. Людям не рекомендовано выходить на лед, а также приближаться к месту прорыва. Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды провел мониторинг состояния атмосферного воздуха, чтобы определить возможное влияние продуктов горения газа на загрязнение атмосферы населенных пунктов. Пробы взяли в Нижневартовске, Нефтьюганске, Сургуте. Превышение предельно допустимых концентраций по угарному газу и формальдегиду не обнаружено.